мы обнаружили боевую машину десанта российских войск и БТР осетинского ОМОНа. Правда, уже без двигателей. Мы сняли двигатель, потому что если мы, это надо на заложника менять, если мы с двигателем их отдадим, то завтра эти машины пойдут против нас. Больше нам ничего не остается, а вот двигатель мы не отдадим, потому что технику мы вернем, на заложника поменяем. А у вас лично есть какое-то оружие? У меня есть вот нож. Но этот нож неуязвим для этого танка. Если он был бы уязвим, я танк взял бы. Но он неуязвим, что я с ним сделаю. А так вот такой бронетехники у вас в Ингуше, на ингушской стороне практически нет своей? Не то, что практически, вообще нет. Вот она, то, что есть, это в бою добытое. Вот она, голыми руками, в принципе, добытое.